Всех приветствую, дамы и господа. Сегодня у нас очередной ролик по Lost Light. Сегодня в видео мы затронем такую тему, как сборка оружия. А именно топовая сборка оружия, какие сборки нужно вообще делать, какое оружие вообще топовое и так далее. Ну а перед началом ролика, как всегда, всем желаю приятного аппетита, кто кушает, всем желаю приятного просмотра, а мы погнали. Хотя стоп, я не буду начинать ролик, пока ты не поставишь лайк и не подпишешься на канал. Потому что вот такая вот статистика у меня сейчас наблюдается. Большое количество людей смотрит меня без подписки. Почему так, не понимаю я. Давайте исправлять эту ситуацию и подписываться на канал. Ну а теперь я начинаю ролик. Итак, смотрите, давайте разберем сначала виды оружия. У нас есть 5 видов оружия. Это штурмовые винтовки, дробовики, пистолеты-пулеметы, марксманские винтовки и снайперские винтовки. Итак, теперь давай начнем с штурмовой винтовки. Заходим в штурмовые винтовки, выбираем, какое себе оружие мы хотим. Для себя я определил 5 мест. Это лично мое мнение, поэтому слушайте. Первое место у меня занимает М-ка. Второе место занимает АКМ. Третье место занимает КАР-58. Четвертое место занимает РП-16. И пятое место я отдал АК-74М. Именно М. Это именно штурмовые винтовки. Переходим теперь к дробовикам. Дробовики. Тут все просто. СГ-12, только с ней я гаммы обычно. Больше ничего не беру. А эти пушки не очень. Я, конечно, редко играю, но здесь одно место, это СГ-12. Пистолеты-переметы. Здесь все проще. Первое место я даю Вектору. Второе место отдаю МП-7. И третье место я даю П-19. Почему не П-90 и МПХ, потом объясню. Переходим к винтовкам. Первое место получается Б-1 САС. Второе место я даю МК-1. Третье место я отдаю винторезу, четвертое СВДС и пятое СКС. Переходим к этим снайперскам. Здесь все просто. Первое М700, второе ДР, третье Мосинка. Итак, теперь приходим к сборкам, получается, оружия. Доходим к штурмовой винтовки. По примеру покажу вам, то полностью вам все не объяснять. Я вам так плюс-минус покажу. Смотрите, допустим, М-ка, да, у меня первое место занимает. Я ее покупаю, она у меня уже есть на складе. Доходим на склад. Вот она это. Заходим в модификацию. Сюда нажимаем. У вас есть рекомендации, смотрите. Нажимаете по этим рекомендациям. У вас автоматом сборка вылазит, видите. Вам важно что? Вам важна точность. То есть вы здесь выбираете, что вам здесь важнее, здесь, здесь или что. Вот, к примеру, видите. У нее отдача вообще ноль, потому что у нее что? У нее стоит длинный ствол, стоит EF5 рукоятка. Стоит, получается, барабан на 90 патронов. Все, вот она сборка. Покупаете эти компоненты, если они у вас есть, конечно. Просто у меня, видите, у меня их... Нету компонентов, я не могу их купить. Здесь только можно поменять прицел. Поставить прицел точку. Точку здесь есть, здесь нет, до точки, да. Либо поставить 2х, либо поставить точку. На здесь прицел и все. Больше здесь ничего не нужно менять. Вот она, топовая сборка М-ки. Лучше этой М-ки нету. Поэтому это первое место. Также, допустим, смотрите, мы сделаем и на примере АКМ захожу. Смотрите, модификация. Вот моя сборка АКМ. Я играю именно вот так вот. То есть прицел, такие рукояточки, барабанчики, EF5 опять же рукояточка и так далее. Задняя рукоятка, глушак. И у меня, видите, какая отдача. Это нормальная отдача для АКМ. Например, коряк. Опять же, заходим в модификацию. Выбираем рекомендации. У вас тут 3 рекомендации есть, какие нужно вам именно. Я вам советовал бы эту рекомендацию, просто потом здесь маленько поправить все. Меняете рукоятку, получается, меняете вот это вот, этот прицел, ставите этот лазерь, все, у вас отдача будет меньше. Это топовое оружие. Дробовики. Что на дробовике у нас? У нас получается СГшка, да? Где-то у меня была уже СГшка здесь. Я прям видел ее. Вот она. Я захожу в модификацию. Что у нас здесь стоит? У нас стоит планка передняя, которая не нужна. Нам надо ставить вот эту планочку. Вот эту планочку ставим, подтверждаем. Ствол у нас стоит. Ставим рукояточку опять EF5, либо PVG, там без разницы. То есть, что хотите именно ставить. Тут уже на ваш вкус и то, что у вас заблокировано. Я обычно все время ставлю либо такую, либо EF5, но она мне опять же не заблокирована. Я на примере этой покажу, которая у меня есть. Где у меня есть такие вообще? Да, есть. Допустим, вставлю. Все. Здесь у меня стоит вот это. Снаряжаю ее. Потом мы идем сюда. Здесь ставим, допустим, вот такую. Либо вот такую сборку.
не имеет значения. Приклад также меняем. Ставим приклад. Все, потом мы ставим лазер на него. Ставим прицел какой-нибудь. Вам не особо он нужен, можно любой поставить. Ну, для примера я ставлю, как обычно, этот прицел. Все, вот она ваша топовая сборка. С нее можно ваншотить, стрелять, что угодно делать вообще. Я не буду прям каждое оружие вам показывать, потому что плюс-минус это все одно и то же. Просто вам нужно понять суть этого сбора и все. Заходите в модификации, примеры. Вот она топовая сборка, сразу уже готова вам. Меняете прицел на точечку. И у вас вот такая вот отдача, видите? Даже с этим у вас нет уже отдачи. Все, вот нам топовая сборка. Также рекомендации вылазим и смотрим, что у нас. Вот она. Рекомендация. В принципе, меня все устраивает. То есть подача. Еще на нее ставите лазер. Прицел какой-нибудь на 8х, на 4х. И все, у вас топовая винтовка, которая шестые патроны, маршрутит каждую голову. Все. Она полуавтомат, то есть она пам-пам-пам-пам стреляет и все. Если брать на примере болта, это то есть М700, давайте возьмем, к примеру. Вот топовый М700 получается. Заходим также, рекомендации. Вот она сборочка у нас. Так, что у нас получается? Ставим лазер, ставим 8х, ставим побольше патронов, там 20 вроде были, 10, я не помню. Все, вот она топовая сборка М700. Играем, кайфуем. Так же и получается с другими оружием. То есть, и не имеет значения какое-то оружие, у вас сама игра вам уже дает, в принципе, плюс-минус готовое оружие. Вот, М700, винтовки, дробовики, неважно. С чем я играю? Я играю либо с АКМ, либо с М-кой, либо с пистолета пулемета, это Вектор. Все, я с такими пушками играю. Также не забываем то, что у вас есть такая функция, как стрельбище. Заходим, там вы тоже можете оружие модифицировать, неважно, что с ним делать. Тестировать отдачу, точность, дальность и так далее. Но на этом ролик заканчивается, подходит к концу. Ставим лайки, дизлайки, пишем, что я не сказал еще, может что-то добавите, что-то вы лучше знаете. Также не забывайте подписываться, потому что у меня проходят очень часто стримы, где мы играем с подписчиками, где я раздаю лут свой и так далее. Поэтому всем чао!